Итак, под ваши аплодисменты. Судья номер один Андрей Коробков. Елена Матюнина. Алиса Голубкина. Ольга Никитина. И буквально через несколько мгновений к нам присоединится Елена Амирканова, которая является главным судьей сегодняшнего турнира. Вот она уже с нами. Прошу прощения, главная судья соревнований у нас Ольга Никитина. Давайте еще раз поаплодируем. И вот к нам присоединилась Елена Амирканова. Вся судейская коллегия в сборе. Ваши аплодисменты для них сейчас очень и очень важны, потому что они настраиваются на отличную и долгую работу на сегодняшнем турнире. Ну а прямо сейчас я предоставляю слово председателю Департамента артистического танца Российского танцевального союза по совместительству организатора сегодняшнего турнира. Ваши громкие аплодисменты, Ирина Шмалькова. Здравствуйте, уважаемые участники, уважаемые родители, уважаемая судейская коллегия и вся команда, которая сегодня со мной работает на первенстве артистического танца Российского танцевального союза. Я очень рада вас видеть сегодня. Желаю вам легкого паркета, чтобы все получилось, чтобы вы не забывали дарить нам ваши обворожительные улыбки. Я прошу всех зрителей поддерживать ваших детей овациями, аплодисментами, как угодно. Давайте создадим очень хорошую атмосферу нашему сегодняшнему мероприятию. Желаю всем успехов. Большое спасибо.